Мне кажется, что интернет-покер, он же существует уже, и в России, несмотря на запрет всей этой истории, в него играют, да, но сервера находятся просто не в нашей стране, и мне кажется, все происходит успешно, я сам видел, как люди играют в это, поэтому я даже не знаю. Мне кажется, что если будет российский аналог, это будет просто удобнее людям этим заниматься, поэтому почему бы нет?